Здравствуйте, меня зовут Руслана Татьяна Васильевна, я из города Красноярска. Мне полных лет 68. Я познакомилась с компанией Тиньши 9 месяцев назад. Прошла тестирование, и мне было рекомендовано пропить продукцию. Какая? Это чай Тиньши. Дальше, кальций с высоким содержанием, кальций для мозга, кардицепс, хитозан. Вот. И потом, еще чуть позже, я начала принимать витамин для глаз с черникой. Принимала продукцию постоянно, иногда забывала, иногда вспоминала, то есть по-разному было, честно признаюсь. Но через 8 месяцев я чувствую, что с меня просто все спадает, и юбки, и брюки, и вообще вся одежда. Тут я вот встала на весы, взвесилась. Вы сейчас удивитесь, у меня был вес 125 килограммов, а стал 85, минус 40 килограммов. Не прибегая никаким диетам, совершенно не следя за тем, когда я ем. Я могла поесть и вечером, и ночью. То есть это просто, как сказать, было, ну, не без системы было. И такой результат. Я всю жизнь боролась со своим весом, и такого результата у меня не было никогда. Но это еще не все. У меня были проблемы с ногами. В молодости была операция, мениски были удалены правого коленного сустава, и как бы со временем немножко колени стали подводить меня. Я не могла долго ходить, долго стоять, то есть вот были такие небольшие проблемки. Сейчас я могу ходить и стоять 3-4 часа подряд, представляете? То есть если раньше 10-15 минут, и мне нужно было куда-то присесть, чтобы передохнуть, то теперь я могу ходить без устали. Еще у меня есть результат. Стала замечать в последнее время что-то у меня с глазами. То ли, думаю, наверное, опять у меня зрение село. Было 4,5, думаю, ну возраст идет, время идет, значит, видимо, нужно покупать очки более мощные, там, плюс 5 или сколько. Пошла к окулисту, окулист посмотрела, проверила все, выписывает рецепт и спрашивает у меня, а какое у вас было зрение до этого? Я говорю, 4,5, плюс 4,5. Она на меня смотрит широко раскрытыми глазами. У вас сейчас плюс 3,5. А стала очередь мне удивляться. Я говорю, да вы что, такого не может быть? Она говорит, я сама в это не верю. Я, говорит, практик, окулист с таким большим опытом. На моей практике таких случаев просто не было. Она говорит, а что вы принимаете? А, я еще и рассказал то, что я похудела. Она говорит, а что вы принимаете? Я сказала, что я принимаю. Она говорит, ну этого просто не может быть. Но заинтересовалась нашим продуктом. Давление, да. Были проблемы с давлением. Давление то поднималось, то опускалось, то были скачки с давлением. Стала принимать продукт, сейчас у меня с давлением все в порядке. Нет никаких резких рывков, практически давление постоянное. 130, 140 на 90 на 80. То есть для моего возраста это нормальное давление. И для меня тоже. То есть меня теперь больше не беспокоит, и я с тонометром больше не бегаю по квартире. Вот так вот. Желаю вам здоровья, будьте здоровы, будьте оптимистами и пользуйтесь продукцией компании Тиньши.